Всем здорово! Сегодня у нас сотик Sweet Bonanza. На балансе у нас сочные 10 тысяч рублей. Сегодня попытаемся что-нибудь раскурить. Ну так мы, в общем, можем и немножко подслить, так как в прошлых, даже вчера, сотик нам очень хорошо отдал. Прям ну, прекрасно, вывели просто очень много. Очень много вчера вывели. Начнем по чуть-чуть покупать бонуски. Давай вот за трешечку возьму, хотя для нашего баланса это довольно много, но... Сравня, что мы вчера выиграли, это сущие копейки. 10 фриспинчиков, поехали. Поехали. И сегодня что-то отдаст. Это будет просто что-то нечто. Ретригер сразу был. За трешечку с ретригером. Посмотрим. Посмотрим. Еще бы и нет. Так, вот сейчас бы что-нибудь, чтобы она разыгралась, и так бы неплохо бы. О, сейчас бы еще один бы ретригер давал бы. Арбузы. И давай ретригер еще один. Еще один. Икс нормальный. Ну. За трешечку 2200 уже есть. Я не понял, это что? Это неадекватный слот? Типа тут нереально проиграть или что? Ну типа, ну, если... Ой, почти сердца сыграли, сейчас сердца бы... Это прикол, это бесконечная бонуска? Или что? Кстати, кажется, даже не окупилась еще. Что-то пока что страшное. Очень страшное и непонятное. Надо еще 500 рублей, чтобы купилось. Ну, мы словили очень много бананы. Блин, ну могу бананы, сливы, потом зеленые. Немножко... обидно. Вот тут обидно было. 6 спинов. 2700, как-то мало, там прям очень много ретригеров, но очень много пустых спинов она дала нам, очень много, и все еще дает. И все еще дает пустые спины нам. Ну, вот и как бы купили бонуску уже. Уже купили бонуску, но плюса очень маленькие, ужасно маленькие плюса. Сравнивая с тем, сколько мы ретригеров поймали, это просто, это сущие копейки, типа 25 вращений. Давайте купим бонуску за 5000. За 5000 хоть вам. Потому что... Ну это сущие копейки, ну серьезно. То, что мы вчера занесли, это... Икс. Ай, какая падла. 240 дову. А икс всего лишь так слабый. Вот сейчас могу там икс стоить, все, и занос. Ух. Неприятненько, неприятненько. Ой-ой. Сыграй. Бананы. Бананы. Ай-яй-яй-яй. Слабо. Очень слабо. Очень слабо. Арбузы. Одного арбуза не хватило. Одного. Карл одного. Фиолетовый. Сливый. Там что-то, блядь, я не знаю, хоть что-то. 2900. Возьмем за 8000. За 8000. Посмотрим, пощупаем. Но я в любом случае повторюсь, типа, ну... Даже не обидно эти деньги проиграть. Потому что в очень большом окупе мы... Ретригер. И ретригер есть. Есть контент. Еще ретригер. Да, еще один. Просто по приколу. Вот опять он насыпал ретригеров и просто пустые спины. Просто пустой спин за пустым. Еще пустой спин. Еще пустой спин. Просто все спины пустые. Я в шоке. Просто все пустое. Обидненько, конечно, такое смотреть, но... Ну так вот, как есть. Ладно, сделаем увеличенный шанс. Поставим турбо спин 10 спинчиков. Прокрутим 10 спинчиков. Ничего страшного, сегодня подслили мы немножко, но... Мне так уже обидно, так как вчера, просто повторюсь, может, ты кого-то уже задолбал этим, но вчера это было что-то нечто. Почти, кстати, 3 скатерта упало.
Еще 10 минут, давай. Так что так, будем прощаться. Вы, главное, не замазывайте. Держите баланс в норме. Когда надо, четвертое. Бонуска есть. Бонуска есть 1000 рублей. Это бонуска за 10 тысяч. Ретригер. Ну, может, ты что-нибудь дашь достойное? Но это недостойное пока что. Я уже прощаться захотел, а тут бонуска выпала. Ну пока что, по-моему, тепить. Еще ретригер. Блять. А что-нибудь сыграет? Это просто неадекватная сессия с ретригерами. Почти еще один ретригер. А просто, ну ничего не играет. Ну это слабо. 40 рублей на 20. Очень слабо. Очень слабо. Ну просто ничего не играет, типа. Ну, как-то очень странно, дает ретригеры, но ни одной сыгровки. Первый раз такое вижу. Повысим, давай ставочку повысим, чтобы побыстрее было уже. За 200 давай. 10 пинчик. Полетели. Ну все, повторюсь, ребят, не замазывайтесь, держите баланс себя при своих. Играйте с холодной головой, как бы это смешно бы не звучало, но правда, заигрываться никогда не надо. Заигрываться прям никогда не надо, это к добру не приведет. Чуть-чуть поиграли и хватит. Три спина, один, два. Еще один спин, один, два. Все. Всем удачи, всем пока.